Если мне повезет, то на аванпосте ордена в заброшенной церкви меня будут ждать наши. Я передам им все, что знаю. О Павле, о каком-то жутком эксперименте, который они собираются провести, и продолжу свой путь на Октябрьскую. Черный там. Да, поверхность, конечно, недружелюбная. Вот оно, болото. База на другом берегу, в церкви. Отсюда не видно. Переправа тут, паром с лебедкой. Надо будет заправить. За горючим придется сходить. В самолете или в скроне на заправке должно быть. Воду не суйся, сожрут. Ясно. Ну все, с Богом. Удачи, Артём. Давай, спасибо. Все-таки он не послушался этого мужика, нафиг. Пошел один бандита всех гасить. Так, ну тут, наверное, нам нужно лучше взять дуплетик. Так, воду, говорит, не суйся. Что-то Steam этот вылазит все. Хоккей. Растяжки. Вон они плавают, эти твари. Креветка, блин. О, это хрень. Капец, это с библиотеки такая ботва. Блин, как пройти-то теперь ее? Чуть не докопались до меня. Да блин. Это жесть вообще какая-то. Блин, у него башка бронированная слишком. Достижение антибиотик. Достал, слушайте меня уже, блин, достал.
Как его мочить-то? Есть бенз. Пусто все. Блин, вот на таких тварей, наверное, как раз надо четырехствольный дуплет. Мне кажется, что я попал в водоворот, вокруг начинают закручиваться странные события, которые я до конца не понимаю, и меня затягивает в них, тащит на дно. Куда бы ни попал, все говорят о войне. Одни готовятся к ней, другие от нее бегут, но все в нее верят. Мельник, фюрер, Москвин, люди на театральные, беженцы с красной линии, сырой и ржавый воздух метро пахнет кровью и обреченностью. Это не моя война. Неужели ничего нельзя сделать, чтобы предотвратить ее? Хрен его знает, Тёма. Что с этими креветками погаными делать? Так, троны. Блин, вроде хочется и пообшаривать все, но... Фильтры тоже не вечные. Ой-ой-ой, нафиг надо. Да тварь достал ведь все-таки меня. Еще и демон. Растяжки. Что мне с ним делать-то? Япона мать. Опять этот ублюдок, а? Да иди ты нафиг! Чё докопался-то? Ух ты, тварь! Шёл нафиг! О, схрон какой-то. Надеюсь, этот тупырь сюда не припрется, а? Он меня прям раздражает. Ничего с ним не сделаешь. Столько патронов уходит на него. Так, сейчас погоди. Отлично. Ну что, давай, хоть тут бензин должен быть. О, отлично. Но только этого не хватало. Ты что за хрень еще такая? Ты что за крокомонстр? Твою мать. Мне куда идти-то? Куда-то туда. Ой, опять ты.
Погоди, тут бревно было. Где оно теперь? Так, ну мы сейчас только отсюда. Стоит, смотрит, тупит. Не знает, как ко мне попасть-то. О, нифига, патроны, боезапас прям полный. Блин, мне надо обратно на крыло залезть. Иди ты нахрен, достал. Сейчас ведь не отстанет, падла. Твою мать. Так, куда мне? Надо его уже сваливать, а то... Ой, только вот этого не хватало. Иди нахрен отсюда. Подох. Кто у меня коцнуть успел? Что, я не понял. О, на мать! Это что за хрень? Ух ты! Блин, где там дрезина эта? Гадость какая-то плюется. Падла. Только, наверное, успевай башкой крутить, пока. Пока я шел по болотам, меня наверняка было хорошо слышно. Если в церкви есть наши, то скоро я их встречу. Итак, продолжаем мы плыть по этому болоту. Но я вам сразу раскрою тайну небольшую. К тому же, почему мне изменился голос? Потому что я немного приболел, я... так как я снимаю эту миссию уже в другой день.
Я ее перепрохожу уже четвертый раз, блин. Почему? Почему? Потому что первый раз я ее прошел и забыл найти заметку. Второй раз я заметку нашел, но тот момент, где ее нашел, я случайно не записал. Ну вот, блин, так вышло. Ладно, получается, я всего третий раз перепрохожу, не четвертый. Поэтому мы сейчас пробежим этот уровень быстро, так как я уже в курсе, где тут и что, и как. Так, сначала идем мы вот в этот дом. Где, в общем-то, и находится. Жутко тут все, конечно. Угу. Так, это Аня нас зовет. Ох ты, получено достижение сапер. Видимо, слишком много я обезвреживаю. Так, а где? Вот они, твари эти, идут. Во-первых, вот этот щиток включает прожектор на улице. Так, нам тут предлагают взять калаш, но мы оставим то, что у нас есть. Запись включает какой-то странный шепот, что ли. И вот здесь лежала заметка. Давайте ее прочитаем. Если подземный островок затянет мясорубку грядущей войны, все это сгинет навсегда. Катание на гондолах по туннельным рекам, купальщицы и рыболовы, удивительные и бессмысленные картинные галереи. И все эти дети, выросшие в темноте, но сами излучающие свет надежды. Ничего здесь не будет. Будет выгоревшая черная станция. А потом таким же станет все метро. Вот. Можно, конечно, спрыгнуть туда вниз. Но там просто дичайшая радиация. И нам придется аптечки тратить, а будут там всего лишь фильтры. Это, кстати, по крыше бегают стражи. Здесь также внизу радиация дикая просто. Так, о, ПНВ, кстати, мы здесь находим еще. Ну, в принципе, и без него нормально. Вообще, надо по-быстрому убираться отсюда, потому что фильтры у нас не бесконечные. А вот и стража. Блин, успел ведь все-таки добежать, падла. Идти надо очень быстро. Ну, потому что реально фильтры не бесконечные. И вот эта тварь постоянно вылазит. Скотина такая. Чудо-юдо, блин. Непонятное. Так, тут у нас граната зажигательная. И фильтры. А вот тут схрон. Сталкерский. Что это за звуки? Просто если их не перебить,
Они выть начнут, и прибежит стадо этих, блин. Хрени. А сейчас опять эта тварь вылезет. Сумасшедшая. Вот она, падла. Иди ты начерт. Бежим в здание. Бегом, 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 бегом. Он прямо за нами. Все, свалил. О, жесть. Фильтр. Тут у нас также сталкер с Хисхрон, а Химера куда-то делась. Жесть, правда? Так, фильтр, отлично. Оу, целый прям набор патронов. Кстати, зря я опять калаш не пытаются сунуть. У меня есть калаш. Я пожалел то, что не взял все-таки четырехзарядный дробовик. Химера тоже просто куда-то пропала. Куда она тут делась? Хрен его знает. По-моему, тут все. О! Тут еще один схрон. С патронами. И фильтрами. Блин, а вот тут придется упасть. Вот она, тварина. Блин, какая же она жуткая. Чудо-юдо нафиг. Так, кстати. Да блин. Вы... Да блин, Стим. Зажигательный снаряд берем. Гори, падла. Да офигеть. Кентаклями своими машет. Первый, сзади. Первый, внимательнее. Сюда, огня. Вот падла. Есть. Давай, давай. Да что такое-то, а? У меня птички кончаются. Да ну нафиг, да как он успевает-то меня садануть? На воде, плывет, сюда плывет. Давайте умать. Не дохнет, тварь. На дно пошел. Кончились. А нет, есть еще одна. Вот этого бы лучше прикончили. Зажимаем его. Сюда, огня. Твари. Мы же всю башку ему раздробили. По-большому бейте. Есть. Отходят. Вот скотина, наконец-то. Фух. Первый раз такого вижу.
Та еще хренотень. Надо 4 ствола приделать. Или мы бы сейчас 4 ствола его фигачили, да? Или только в 2. Да ты просто супермен. Эй, заходи. Рад видеть. Давай в церковь, там безопасно. Заходи. Я тебя увидел еще вон оттуда. Чуть не пристрелила. Ты не отзывался на запросы по радио. Но потом как-то поняла, это ты. Надеюсь, простишь за Ботсад. Почему-то я был рад видеть эту злюку Аню. Может, дело в том, что она наконец перестала язвить? Похоже, ей просто стыдно, что она бросила напарника на поле боя. Извини, что я раньше с тобой как с мальчишкой. Как увидела в деле, поняла, ну, Хантер не случайно тебя выбрал. Просто он сразу понял, а я не сразу. Из-за меня ты чуть не погиб, понимаешь? Хантер для меня был... Ай, ладно, что я тут? Ты собирайся. Скоро наши прибудут и двинем на Октябрьскую. Хорошо. Так, можно тут полутать все, да? О, музыка хорошая, расслабляющая. Тут, кстати, торговец-оружейник заночевал. Присмотрись, есть неплохие стволы. Вот правильно, доченька. Помогите старику в наше нелегкое время. Как он сюда пробрался? Ну что там? Сообщили, что выдвинулись. В дороге. Скоро должны быть. Отлично. Так, у тебя что? Патроны, да? Аптечек бы мне не помешало, наверное. Блин, у тебя их что, нету, что ли? Саня, а что там в эфире нового? Как международная обстановка? Короче, если такое там дело. Патроны надо, десять лет в эфире, помехи одни. А месяц назад поймал. Настроился на Питер, лично. Они, между прочим, про нас знают. К ним, короче, прилетал кто-то из Москвы на самолете таком старом, ну, спортивном. Шуму наделал. Да, эту байку я слышал. С бородой она. Чего посвежее расскажи. Так что Лондон там выжил или даже Нью-Йорк? Про Лондон ничего не знаю. А вот зато на севере у нас город есть, Полярные Зори. Там рядом АЭС еще. Там выжили люди. С ними говорил. Говорят, варвары их какие-то осаждают. Но они держат пока оборону, держат. Завидую тебе, Саня, складно врешь. Тебе надо было в большой устроиться, пьесы писал бы, о жизни нашей скорбной. А то Шекспир, понимаешь, устарел. Так, во-первых, дуплетик наш. Давай-ка все-таки сделаем четырехствольный. Вот так вот, да, поменяй. Это все стоит, хорошо. Поменяем мы, наверное, этот пистолет на тихарь, если можно это сделать тут. Блин, а это сделать нельзя. Сайга? Дробовик? Да ну нафиг. Ничего себе. Блин, а может мне сайгу взять? Зараза. Давай тогда калаш. Обменяем на калаш 2012. Так, доплатить 107 патронов. Ничего себе. Чё, тюнинг есть какой-нибудь у него? ЛЦУшка. Ставим. Глушитель. Нафиг надо. Так, ну и как обычно коллиматор.
Блин, жалко нет тихаря. Где бы мне его надыбать-то, а? Ну не на свои гужи менять. Офигеть. Интересно, а сколько надо доплатить? 50 патронов. Ладно, хрен с ним, давай возьмем. Так, что это у нас? Уличный магазин. Да, ЛЦУ, да. Какой глушитель, ты че? Коллиматор? Вообще нужен ли? Ну ладно, коллиматор возьмем. Все, патронов больше нет. Ну, без тихаря, значит, будем с этим револьвером. Так, что там по патронам-то? Дробь на сайгу. Патроны на эту. Все, отлично. Все, идем дальше. Я тут до завтра буду, так что если что надо, не стесняйся. Угу. Я понял тебя. Ты в катакомбах бывал? Как там? Да проходили как-то. Древние церковные катакомбы. Даже представить себе не могу, сколько им лет. Вот и войну ядерную пережили. Во время войны в них люди из церкви прятались. Потом куда-то сгинули. Может, в большое метро перебрались, а может... Ну, всякое болтают. Это ты про большую мамку? Это еще кто? Ух ты! Наши-то как быстро домчали! А ну-ка проверь, на всякий случай. Пароль. Застава! Старый пароль. Голос знакомый, черт, не могу вспомнить. Стоп! Да это Лесницкий. Твою мать, а? Всех положил. Так, это у нас сайга, да? Отлично. Калаш 2012. Револьвер. Блин, покойся с миром. Так, туда нам не выйти. Зарядка полная. Отлично. Твою мать, так тут целая база у них была. Забрали. Ничего, мы его догоним. Это что, ублюдок, что ли? Сейчас мы его нагоним. А это что такое? А, ну это, по-моему, тоже ублюдок, просто модифицированный. Очуметь.
Нет, оставим пистолет. Револьвер, в смысле. Ой, начинается. Понятно. Блин, фонарь так и не работает. Это что за хрень? Не понял, ты чё, черный что ли был? А, это понятно. Блин, их видно еще только по краям. Да что это за хрень такая рычит? О, фонарь заработал. Да что это такое, блин? И нафига мы туда спускаемся тогда? Твари, сколько их тут? Иди нафиг. Офигеть, тут катакомбы. А птичек нет. Да как так? Твари лазят эти, у меня нет аптечек. Это что за тень такая громадная? Твою-то мать. Это вот эта мамка, да? Видимо. Нет, это просто... Тут что, логово что ли было? Блин, ну хоть бы одна аптечка. Ну что за подстава-то?
еще ни одной. Это что за хрень вообще? Это что за ботва? А, ну это просто стража. Просто о. Это было положительное действие. А куда мне идти? Налево. Значит, нужно сходить направо. Опять, что ли? Да, вон призраки. А, нет, это просто трава. Можно было и этим путем прийти, что ли? Походу, да. Наконец-то аптечка. Две. Так, свет тут везде разожгем. Походу, какая-то снайперка-то у него. Блин, походу все-таки это альтернативный маршрут, то есть... О, заработало. Это что за хрень? Пойдем туда обратно сходим, посмотрим, что там... А, ничего, это просто сразу же короткий маршрут. Ладно, то есть там был длинный. Все, хорошо. А, странно, он мне не нанес урона. Зарядка, кстати, медленно кончается. Ого, это что такое? Мать.
Что это за ботва? Это, походу, крупнокалиберный дробовик. Ну, в смысле, не крупнокалиберный дробовик. А дробовик-пулемет. Блин, ну же, как они неожиданно нападают. Так, ну нам вперед. Мне кажется, просто он долго разгоняется. И патроны, наверное, уходят в секунду, блин. Да кого? Кто это там стреляет? Походу, там кто-то живой. Да что ты, тварь? А патроны так к дробовику у меня кончаются стремительно. Так, тут еще есть тела. Правда, пустые, походу. Куда мне идти-то? По лесенке. Пойдем туда здесь. О, четырехзарядный, кстати, дуплет. Не, с ним я бы тут сейчас, наверное, огреб. Сайга будет получше. Так, ну все. Не, он мощный, конечно, но не против такой толпы врагов. Не-не-не, не надо. Там какая-то гадость впереди. Тихо. Твари. Что ж вас помного-то так тут водится, а?
Ну, вроде все. Что за механизм вообще? Кто их придумал? Блин, ну и чё? Твою мать. Патронов-то почти не осталось. Твою мать. Очуметь. Я весь дробовик высадил тут. Фу. И чё? Да, вот это жесть вообще. А если бы у меня не было патронов, что бы я делал? Как от них вообще отбил? А если бы я сайгу не взял, все, конец был бы. Не-не, фонарь включи. Пока с калашом туда походим. Твою мать! Это что за ботва еще? Вот это мамка, походу. Япона мать, а! От дура. Давай, давай. Тупая хрень. Ну и ботва. Да нафиг, беги. Что делать? А почему она убежала? О, отлично вообще. Шикардос. Чё, чё? Патроны. Вроде куча патронов лежала, что-то нифига.
Да что ты будешь делать? Да что тебе надо от меня? Да, твою мать, еще и эти ублюдки. Где еще опоры? Носорог, твою мать. Где она? Давай, иди сюда. Так, ну последняя опора осталась. Ух ты же, ёжик. Э! А что теперь делать? Вот еще. И вот еще, блин, да откуда они берутся-то? Да отвянь ты от меня нафиг. Делать-то? Может, это еще тоже опора? Походу, да. Или нет? Хрен его, пойми, разбери. Твою мать, да как? Я не могу от них убежать. Тёма уже не бегает. И туда не могу. Вот это тоже опора, что ли? Да, походу. Не, это хрень непробиваемая. Может, эти кладки он должен вбиваться? Сюда вот может. Уй-ты-ты-ты. Что ж он не дохнет-то, я не пойму. Она или что это такое? Ага, его надо было просто поджечь. Получено достижение. Большая мама. Ну и тварь же. Ой-ой-ой. А что делать? Где выход?
Сколько метров здесь эти катакомбы? Вот